Мы ложимся с вами на спину. Руки либо вдоль корпуса, либо за головой. Мы с вами на выдохе подтягиваем колени к грудной клетке. На выдохе вытягиваем ноги вперед. Вытягивать ноги можно под разным углом. Можно высоко, это опция полегче. Можно максимально низко, параллельно полу, это самая сложная опция. Но если в моменте вытягивания ног вы начинаете ерзать по коврику, значит, вы выбрали угол слишком низко. Попробуйте вытягивать ноги повыше. Постарайтесь согнуть ноги максимально сильно, а ягодицы оторвать максимально высоко от пола. Тогда будет максимально эффективно. Здесь не будет ни затяжек, ни фиксаций. Выполняем в течение 1 минуты. 4 секунды. 3, 2, 1. И начали. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. В течение выполнения вы можете корректировать угол. Угол вытягивания ног. Вот так. Уровень даже. Угу. Ощущение горения максимальное. Еще 30 секунд. Не забываем держать мышцы живота сильными. Втягиваем живот. Фух. Отлично. Еще 25 секунд. Максимально отрываем таз. И еще 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Вытягиваем ноги, вытягиваем руки и потянулись. Можно слегка прогнуть поясницу, чтобы полностью растянуть мышцы живота.